Королевская кровь – три знака зодиака, под которыми рождаются истинные леди. Истинная леди – эталон женственности, элегантности и изысканных манер. Неужели за эти качества ответственны созвездия, под которыми рождаются женщины? Астрологи говорят, что да. Три зодиакальных знака, о которых пойдет и речь, с завидным постоянством поставляют человечеству настоящих леди. Лев. Прав был незабвенный Коровьев, когда утверждал, что кровь – великое дело. Тот, кто хоть раз видел истинную львицу, не сможет не согласиться с этими словами. Эти женщины словно рождаются на свет с целым лукошком качеств, присущих лишь настоящим гранд-дамам. Тут и чувство собственного достоинства, и великодушие, и самоотверженность, и умение держать себя в любом обществе. Каждая львица выглядит и ведет себя так, словно в любой момент готова заткнуть за пояс любую коронованную особу. Весы. Сдержанность в эмоциях, отменный вкус и манеры истинной аристократки – такими мы видим женщин-весов. Им глубоко претит любая вульгарность. Они не позволяют себе склочничать или распускать сплетни. Весы, как и положено истинным леди, умеют сопереживать, но никогда не донимают непрошенными советами. Они держат обещания и умеют сохранять стойкость при любых обстоятельствах. Эталон. Право слова «эталон». Рыбы. Есть подозрение, что все рыбы уже рождаются истинными леди. Даже если генеалогическое дерево рыбки не обнаруживает ее принадлежности к особам голубой крови, все равно ее врожденный аристократизм производит неизгладимое впечатление на окружающих, а манерам может позавидовать любая принцесса. Леди-рыба всегда готова прийти на помощь, при этом она умеет сделать так, что любой ее собеседник ощущает себя значимой персоной, а этот талант, что ни говори, присущ лишь избранным. Данный гороскоп подразумевает некую долю условности в описании знаков зодиака. Конечно же, все люди разные, и никто не призывает стричь всех под одну гребенку. Мы рассчитываем на ваше понимание и до новых встреч! Вы были на канале «Гороскопы»?